Освіта, інформаційний центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горобанчук. Тема нашої прес-конференції наступна. Вакцинація від COVID-19 – міфи та реальність. І сьогодні про це говоримо з Сергієм Степановим, лікаром-методистом комунального підприємства обласного центру громадського здоров'я Дніпровської обласної ради, та Наталією Шулікою, начальницею управління Східного міжрегіонального департаменту НЦЗУ. Я вас вітаю. Сергію, вам слово. Які міфи є стосовно вакцинації і які ви з них спростуєте? Понятно. Ну, знаете, это ситуация такая, что рассказывать, как говорится, каждый делает, житель нашего города, области и вообще Украины, делает свои выводы в настоящее время и, в общем-то, обращается во все как бы детали данной нашей проблемы коронавирусной инфекции, которая на сегодняшний день пошел рост, пошла та ситуация. И поэтому, ну, мифы. Мифы, конечно, больше может молодежь где-то как-то что-то, может быть, те, которые более опытные по возрасту и так далее. Ну, допустим, о чипах, да, которые вводятся теми вакцинами, мы заходим в гены, мы заходим дальше глубоко, и это все передастся, это все там бесплодные, как говорится, браки, бесплодность влияет на моменты и так далее. Что я хочу сказать? В принципе, насчет чипов это 100% нет, это неправда. Есть моменты, которые обозначены, все вакцины, которые существуют сегодня в Украине, в том числе в Днепропетровской области, они работают на то, чтобы при внедрении, то есть тех частиц инактивированных, так сказать, белковых частиц, не самого вируса непосредственно, и вводится человеку, чтобы получить иммунный ответ. Фактически, чтобы у человека заработала иммунная система. Вот, и также вопрос решается о том, чтобы все части, как говорится, все частицы, которые попали, не влияли на развитие вируса, как говорится, размножение и других моментов, это все учитывается. Было учтено теми разработчиками, теми компаниями, которые делали эти вакцины. Вот. Ну, это в отношении этого момента. Хотелось бы пару слов сказать, что, в принципе, все вакцины прошли ту апробацию, то есть трехфазность. Значит, перед тем, как они были разрешены и одобрены, рекомендованы в ООС, а далее МОЗ Украины, МОЗ других, как говорится, стран и так далее, или аналогичные, как говорится, ведомства и так далее. Вот. Безусловно, прошли все три этапа, но дело в том, что времени было очень мало. И все вот три вакцины, допустим, те, которые сейчас работают, они разрешены к экстренному применению. То есть в тот период, когда это было, если все помните, в 2020 году, когда надо было срочно создавать вакцины, что-то делать, останавливать ту эпидемию, которая нарастала просто колоссально. И вот все они к экстренному применению. То есть было мало времени. Группы более скоротечно проверялись, да, но во всех группах были отмечены, есть ли были побочные какие-то действия, во всех был иммунный ответ, да, а группы-то так, набирают группу, вводят, первая группа была, это буквально там десятки до сотни добровольцев, которые делали так, им ввели как непосредственно вакцину, так и, будем так говорить, пустышку, которую, и сравнивание шло этих групп. Далее группа, после того, как получили иммунный ответ, и не пересекалась, да, вот я хочу сказать, что не знали те исследователи, которые были непосредственно, они не знали об этом. И при сравнивании потом выяснялось, что действительно те, кто получили эту вакцину, у них был эффект. То есть заранее они не знали. А те, кто получили пустышку, эффекта не было. Далее было увеличено количество, это вторая фаза, вот, как говорится, там более несколько сотен и так далее, далее тысячи. И эти три группы были, просто времени не хватало,
пошла сильная смертность среди населения, особенно, вы помните, среди лиц пожилого больше возраста. Mm-hmm. Молодежь не так болела, они, может быть, и были переносчиками, но практически этого не было. В основном была группа риска, это возраст, это заболевание сердечно-сосудистые, это диабет, это онкопатология, это другие заболевания, связанные с иммунной системой и так далее. Это группа была, риска, так это была группа риска, которую надо было остановить. Оттуда пошла вся смертность, заболеваемость, реанимационные отделения были просто уложены всеми этими возрастными категориями преимущественно. И они не выдерживали, им было очень тяжело, имея букет, так сказать, этих заболеваний. Мені просто чому от наразі на сьогоднішній день є такий міф, що якщо людина вакцинувалася, вона зовсім не буде хворіти ні ГРВІ, ні коронавірусом, ніякій формі, нічого. От, будь ласка, поясніть це. Ну, я не думаю. І, в общем-то, спеціалісти, і МОЗ, і другі наші Дніпропетровської області, і ми, в принципі, говоримо про те, що ми, да, уменьшимо заболіваємость, так, якщо после вакцинации человек заболел, то есть прошло время, иммунный эффект, значит, ответ был организма, но он через определенное время, через несколько недель или через месяц заболевает, то болезнь будет протекать просто легче. О смертности речи как бы мы не рассматриваем. Только у групп, которые действительно вот группа риска, может быть, не то там будет обострение тех заболеваний, а не связанное как бы непосредственно от пневмонии, кислорода не хватает. То есть легкие будут не в таком состоянии. Те, которые привиты и не привиты. Значить, ще, наприклад, є такі фактори, я так розумію, так, як хронічні захворювання. Якщо людина вакцинувалася і пройшов вже термін місяць-два, і імунітет вже сформувався в залежності від цієї вакцини, але в неї є хронічні захворювання, то все ж вакцина її до кінця от не захищає. Я правильно розумію? Якщо є хронічні захворювання, пов'язані з... Ну, чому? Вона буде в якому плані? Я ж говорю, не буде... обострение именно вот тех проявлений, которые есть, да, легочная форма, допустим, у человека задыхается, пневмония двухсторонняя при компьютерной томографии или других рентген-исследованиях, когда человек реально просто погибает от той ситуации, и здесь будет протекать легче. Да, нужно под контролем врача тех групп риска, которые есть. Это связано с сердечно-сосудистой, кардиологией, или в начале семейный врач, а потом уже будут подключены узкие специалисты и так далее. Посмотреть, может, идет и процесс, допустим, он принимает ли антикоагулянты, да, разжижающие кровь, так называемые, или антитромботические препараты, а ведь, может быть, ему и надо, либо он принимал их. Может, надо увеличить дозировку, може уменьшити. Тобто, звісно, далі вже підключаються врачі. Власне, давайте перейдемо так до теми протипоказань. Угу. Кому протипоказано вакцинуватися вакциною від коронавірусу? Да, значить, основне протипоказання для проведення вакцинації – це є алергічна реакція. Алергічна реакція либо в прошлом на те же вакцини, допустим, да, які були до цього зроблені, либо на першу дозу. Вот человеку сделали первую дозу, и вот он пришел... Как там, зрозуміти, что у тебя аллергия на вакцину? Ну, будет высыпание, боль обостряется вместе инъекции, и не только в конечностях, слабость резкая, головная боль, боль в конечностях, и может быть одышка. Соответствующее. То есть, если это уже проявление будет анафилактического шока, то разобьется такая вот картина. Анафилактический шок, ну, грозен, если так можно сказать, своими отек венки, допустим, там и так далее. Но мы эти случаи довольно-таки редки, и если врач пишет о том, что есть это заболевание, то это является противопоказанием по аллергии, в том числе в прошлом анафилактический шок, он нуждается в дообследовании. Человек хочет сделать, да, он волнуется за членов семьи, он ходит на работу, и еще какая-то ситуация, да, бывает в общественном транспорте и так далее, и он возвращается домой, он фактически принесет это все, и он может быть за полными двумя руками, чтобы сделать эту, как говорится, вакцинацию, провести. Аллергия, аллергия 100%, да, вагитный. Вопрос встает.
По беременности вопрос в начале, вот, в 2020 году стоял, ну, как бы эта группа выпадала из... То есть была как бы, ну, таким вот неофициальным противопоказанием. Поймите, что да, опять-таки, экстренное применение, и эта группа не обследована. То есть она не была добровольцем. Ну, естественно, беременность, новая ситуация, новая вакцина в мире, которая... Эта вакцина, она скоротечная, понимаете? Если делали против кори вакцину, то оно так, получил ты, и уже ты как бы образовался иммунитет, и человек уже не болеет по ряду вот инфекционных заболеваний, а вот COVID, он очень изменчивый, его действие как бы ограничивается временем, допустим, полгода где-то в среднем, и надо как бы после курса двух доз этой вакцинации, то есть стоит вопрос далее, она очень скоротечная и так далее, поэтому беременные, ну вот я, информация есть, не делать коронаваком, допустим, беременным. Вот этой вакцины я, честно говоря, ну, пока не знаю, почему именно коронавак, хотя коронавак несколько, как вам сказать, в какой-то степени может быть легче, в какой-то степени переносится по сравнению с двумя другими векторными и РНК-вакцинами. Чи радите ви вагітним робити вакцинацію, якщо коротко? А вы знаете, да, есть случаи, когда есть больные, беременна, она хочет иметь ребенка, и, допустим, тоже она, ну, какие могут быть факторы, и в том числе повышенного веса, да, она может быть, и ряд заболеваний, которые вот само течение беременности все обостряет, ее бывших, тобто, как бы, заболеваний. Тобто краще не ризикувати, я правильно розумію? Да, но есть, ну, вот в последнее время появляется, что можно, и даже некоторые пишут, и нужно делать, потому что ребеночек там будет получать с молоком матери и так далее. Но поймите, ситуация не действительно здесь, не прошла эта группа контрольная по беременным. От саме чому я питаю, так, от ми всі да. Пам'ятаємо відео Віктора Ляшка, там, де він каже, от щойно ми доправляли вагітну, і не вдалося врятувати дитину, бо її сімейний лікар порадив вакцинуватися, і вона вакцинувалася. І судячи з цього, ми так розуміємо так, що краще не ризикувати. Тут індивідуально. І краще консультуватися з декількома, так, лікарями. Да, да. Не одним. Центром там женського здоров'я і гінекологами, і, звісно, сімейним врачом, в тому числі. Якщо можна коротко перелік, які ще групи ризику, якщо можна коротко, бо у нас час ефірний спливає. По противопоказанням ви маєте в виду? Так, противопоказання. Ну, допустим, якщо зроблена проба на туберкулін, і є положительна реакція, це зв'язано з туберкульозом, є просто відносні показання. Ми говорили об алергії серйозному, как бы, для того, що в принципі практично не можна, і може бути в деяких випадках після обслідування. А є временні, або ж все одно во всіх випадках потрібно обращатися до врача і проводити ті обслідування, які треба. Може бути ситуація, якщо людина перенес COVID, да, допустим, то же заболевание, то рекомендую, антитіла. Да, то есть не рекомендую 2-3 недели, допустим, после заболевания сразу делать. Ну, как бы не то, что не рекомендуют, а лучше после начинать делать. И в том числе у нас было раньше, как было сказано, Министерство здравоохранения до 6 месяцев, да, действует, есть глобулины, иммуноглобулины, они работают, и человек может до 6 месяцев не получать вакцинацию после перенесенного заболевания. Вот. Ну, в принципе, на 3 месяца где-то на сегодняшний день, но если есть желающие, они могут делать независимо от титра, если сдают иммуноферментный анализ, допустим, да, определяют иммуноглобулины. Такое-то количество есть там, допустим, да, есть 50 единиц в 1 мл, есть больше и так далее. Вот. Тут тобто, роли играть не будет. Противопоказания, це треба консультуватися з лікарем. В любом Давайте дамо слово случае, Наталі, да. Добре? Пані, да. Наталі, вам онкологічні заболівання теж, ну і всі другі остальні теж. Я хочу додати... Мікрофон можете, будь ласка, переставити. Я хочу додати про алергію з свого власного досвіду. Я сама алергік, і у дитинстві у мене був цей анафілактичний шок.
Але я зробила вакцинацію, я робила AstraZeneca, в мене не було такого ефекту побічного, тобто це все індивідуально, але все ж таки, якщо у вас були такі прояви, треба консультуватися з лікарем. І я хочу сказати, що у нас в області одну дозу вакцини вже зробили більше 1 мільйона жителів Дніпропетровської області, а двома дозами вже щепилися 688 тисяч. Це на всю область, і це складає десь 21% жителів області, які вже повністю вакциновані двома дозами. Якщо брати по віковим таким категоріям, то найбільш активні – це з 20 до 39 років. Це близько 200 тисяч вакцинованих, саме цього віку. І далі активні 40-49 років, 149, майже 149 тисяч вакцинованих. Я хочу сказати, що Нацслужба здоров'я України з 1 жовтня збільшила глобальну ставку для лікарень, які надають допомогу хворим на ковід. Якщо раніше це була сума 554 тисячі на одну команду медичну, то зараз це вже 577 тисяч гривень на одну команду. І ця оплата, вона розраховується з цієї глобальної ставки, кількості медичних команд, які сформовані в закладі, і коригувального коефіцієнту. Тобто ми збільшуємо оплату медичним закладам. В жовтні наші заклади отримали 32 мільйони гривень. Це за послуги, які вони надавали в вересні. В листопаді, до 10-го там, листопада, до 15-го буде оплата за жовтень. І я думаю, що буде цифра вражаюча, тому що раніше у нас було 21 лікарня, яка надавала допомогу хворим на ковід. В жовтні їх вже було 32 лікарні, зараз вже 44 лікарні в нашій області потрапили до списку керівника робіт на надання допомоги хворим на ковід, тобто кількість ліжок збільшується. Зараз у нас в області 7696 ліжок для надання допомоги хворим, і з них 69% вже зайняті ці ліжка. Якщо брати по Дніпру і по медзакладам Дніпра, то можна сказати, що у нас завантажена повністю 9-та, це ліжка з підведеним киснем, 9-та лікарня вже на 100% завантажені ліжка, 16-та лікарня на 93%, 21-ша лікарня 83%. Це не всі ліжка, які виділяють на хворих, на лікування хворих з ковідом, а це тільки на ті ліжка, де підведений кисень. Тобто ми не можемо сказати, що ситуація там критична, але 69%, як я вже казала, ліжок, вони заповнені. Можете, будь ласка, прокоментувати щодо вакцинації дітей? Так, вакцинація дітей, так. Я знаю, що є рекомендації. І наші заклади освіти, вони отримали такий лист, рекомендований від Департаменту освіти про вакцинацію дітей та підлітків. І я можу сказати, що у нас на сьогодні 162 дитини у віці від 12 до 15 років отримали вакцину, і
560 дітей з 16 до 18 років вакциновані. Я не можу тут давати рекомендації, я не лікар. Тобто це, я все ж таки вважаю, треба консультуватися з лікарем. І оскільки дитина сама не може приймати рішення, приймають рішення батьки, треба все ж таки зважити, прорахувати всі протипоказання і приймати рішення. Колега, чи будуть питання? Так, у мене є запитання. Пані Наталі, перше запитання до вас. Ось такий міф: вакцина безкоштовна, а тому вона неефективна. Тобто деякі люди платять там сертифікат від 1000 гривень, так, а бачать, що вакцина безкоштовно можна отримати, і у них ось така думка, що їх намагаються десь обдурити. Ось прокоментуйте це. Може, є якісь цифри, оскільки коштувала, наприклад, вакцина для держави? Ось теж, теж витрачалися доволі великі гроші. Так, ви знаєте, я навіть слухала таку думку, що якщо б у нас вакцини були платні і були дефіцитом, то у нас скоріш би люди вакцинувалися. Цифри, які витратила держава, ну, в мене зараз немає такої статистики, але до нас вакцина потрапляла декілька було шляхів. Тобто була як гуманітарна допомога від ВООЗ, це були перші партії вакцин. Після ми закуповували, МОЗ виділяв гроші на закупівлю, і Pfizer закуповували. І я не можу сказати, що, ну, тобто складно сказати, скільки коштує саме, ну, от конкретна доза вакцини. Але ми можемо спростувати інший міф, що якщо людина не вакцинувалася безоплатно, то вона потім буде платно вакцинуватися. Ні, такого не буде. Вакцина буде доступна і безкоштовна для всіх. І я думаю, що інформацію можна знайти в МОЗі, яку суму було витрачено державою на закупівлю. І це дуже, знаєте, так, дуже прикро, коли лікарі цю вакцину винищують, коли роблять оці підробки і сертифікату, і дані неправдиві в ЄСОС вводять. Ну, тобто держава за це заплатила кошти, так. Дякую вам. І до пана Сергія, у мене також запитання. Ось люди кажуть... Простіть. Мікрофон. Дякуємо. Навіщо вакцинуватися, якщо вже перехворів? Тобто люди вважають, що якщо в організм вже потрапляв цей вірус, тобто він вже там був, імунітет з ним поборовся, навіщо ще раз колотися і вводити в себе цей вірус? Ну, вначале, як я і говорив, порядка то, що... Вирус, он, ну, и защита от вируса, то есть иммунокоррекция, так сказать, иммуноглобулины, которые выделены, и другие защитные, все-таки недолговечно, да, как вот корь, там, ветрянка, ветряная оспа, там, другие заболевания, против которых, там, допустим, паротит и так далее, это стабильно, то есть сделал человек, и практически это можно, как говорится, в этом плане жить и не думать об этом, в том числе дети и так далее. А здесь же, во-первых, этот вирус, он изменчивый, он меняется, он мутирует, постоянно мутирует, и дай бог, чтобы больше новых мутаций не было, а эта ситуация, да, поэтому... Тот, кто переболел, я сразу хочу сказать, в любом случае, это не значит, что уже все, все можно и так далее. Вот. Во-первых, он может заболеть, да, как мы и говорим, да, повторно может заболеть, это первое. Во-вторых, он может быть передатчиком этой же болезни, у него есть защита, у него есть в достаточном количестве иммуноглобулина и другая защита, в плане, он может не проявляться. И вот сама сложность в том, что люди, особенно едут вот в транспорте, в других местах, я уже, честно говоря, иногда не выдерживаю и выступаю какие-то моменты, работая по своей специфике, по совести гражданина Украины, ну, просто едут без масок. Да, может быть, они сделали вакцинацию, но чувствуют себя вольготно уже. Но передача может происходить после вакцинации, может происходить бессимптомно, просто
у него достаточно защита, как бы на какой-то период, а у того, кто едет в транспорте, нет защиты. И та маска, которая у него, буквально до 20% всего может те капельки в воздухе, которые витают. А вот кто едет и является как бы переносчиком и так далее, он должен надевать маску. Вот сложно сказать, и я вот, наблюдая это, очень сложно, конечно, ситуация, особенно в общественном транспорте, те же электрички и так далее, на 25 человек один или два в маске. Ну, я правильно понимаю, то есть если вы переболели, то у вас антитела, ну, могут появиться, могут не появиться, но на определенный короткий момент, да? Прививка дает возможность, чтобы это было точно на полгода, да, чтобы вы были защищены. Там идет борьба, то есть организм может бороться, может легко переболеть, может не заболеть и может обойтись без кислорода, то есть без реанимации. Человек, который перенесет и сделает вакцинацию, а может и не заболеть. Или в легкой форме без применения кислорода. То есть кислород, когда до 90% это вообще показывает очень тяжелых больных и так далее. То есть вот такая ситуация. Я бы хотел еще, если есть секундочку, по... Можемо, давайте після завершення ефіру продовжимо. Давайте, хорошо. Чи є ще питання? Все? Дякую, що сьогодні були з нами. Я нагадую, в наших гостях була Наталія Шуліка, начальниця Східного міжрегіонального департаменту НЦЗУ, та Сергій Степанов, лікар-методист комунального підприємства обласного центру громадського здоров'я Дніпровської обласної ради. Говорили про міфи вакцинації. Мене звати Анна Горбунчук. Побачимося згодом.